Сказки любят все на свете. Любят взрослые и дети. Сказки учат нас труду. И прилежному труду, и добру. Говорят, как надо жить, чтобы вместе всем дружить. Вспомните осенний лес. В нем полным-полно чудес. Мышка в поле побывала, зернышки насобирала, чтоб зимой не унывать и без еды не голодать. Вместе. Ой, ой, ой.
Вам отвечу на вопрос, кто уже летчик забрал. Это хитрая лисица, думала повеселиться. Внушля и сбросала, придется начинать сначала. Не печальтесь вы, зверята, предлагаю поиграть и запасы вновь собрать. Зайка соберет себе морковку, Белочка соберет себе грибочки, ну а Мышка соберет себе яблочки. Так, держите корзиночки. Так, Мышка, Белочка. А теперь внимание! Раз, два, три, начни! Давайте.